Совсем скоро такое важное исследование, как компьютерная томография, звенигородцы смогут сделать у себя в городе. С февраля в больнице начались ремонтные работы в пристройке рядом со стационаром. Уже сейчас это помещение не узнать, признаются сотрудники. Планировку и ремонт каждого кабинета строители обсуждали с врачами. Мы были в прямом контакте. Они у нас спрашивали, как мы хотим. Это было очень удивительно. Мы буквально рисовали от руки, так как не строители, как мы видим это здание, где будут кабинеты. Это ведь не только будет здание КТ, здесь будет такой небольшой диагностический центр, где половину здания будет занимать кабинеты эндоскопии. Кроме КТ, здесь можно будет сделать гастроскопию, колоноскопию, бронхоскопию и другие исследования. Ремонт почти закончен. Осталось проложить резервный кабель. Только после этого можно будет стелить антистатический линолеум и устанавливать оборудование. Оборудования такого класса у нас в Звенигороде пока еще не было. Поэтому, конечно, не только наши пациенты, но и мы тоже рады, поскольку это совсем другой уровень оборудования. Это большое подспорье всем нашим врачам. Специалисты ждут с нетерпением открытия отделения. Пройдено необходимое обучение, составлен график смен. В день города 17 сентября оно начнет свою работу. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».